8 жителей Засвияжского района написали заявление в полицию о краже велосипедов. Транспортные средства потерпевшие оставляли на ночь в подъездах домов. Утром обнаруживали пропажу. Сотрудники уголовного розыска задержали 32 и 31-летних неработающих жителей Свердловской области. Мужчины пояснили, что по своим делам, передвигаясь на попутном транспорте, следовали в город Волгоград. В дороге у них закончились денежные средства, и молодые люди решили подзаработать в Ульяновске на кражах имущества. Днем злоумышленники отдыхали в палатке на окраине города, а по ночам из подъездов домов похищали велосипеды. Украл 8 велосипедов, один триммер, газонокассировка, один телефон. Свою вину признаю. Подозреваемых заключили под стражу.